Итак, дорогие друзья, всем вам добрый вечер, чай горячий, с вами Рунтик и Турбо. Сегодня мы продолжаем играть игру Парик Рикс, так сказать, Олега, история нашего YouTube-канала. И сегодня мы устроим опять-таки Олега аварии на перекрест. Да, друзья, всем привет. Блин, у меня тут такой автобус сейчас, у него куча всяких кнопок, что-то все время открывается. Автобус. В общем, ребят, сегодня мы решили устроить, так сказать, автобус против ховеркаров. Точнее, аварии просто на перекрестках, и не только на перекрестках. Посмотрим на сложность аварий, так сказать, с ховеркарами, потому что никто такого, оказывается, не снимал, и мы такие крутые пацаны, да, согласись, так, мы крутые. Я уже начинаю ехать, мы вообще лучшие просто. А, погоди, в смысле начинаешь? Мы крутые, да, все, и так, ты просто едешь, да, ты быстро, едешь. Я медленно, давай, только ты, да, сильно не разгоняйся. В смысле, я не особо быстро. Я уже, я уже около, я уже практически, вот я. Я еду, ну неужели первый? Ну тут получилось, что я в тебя врезался, на самом-то деле. А я понял, в чем. Смотри, у меня, короче, ховеркар вперед вообще в пролет улетел. Блин, офигеть. А я понял, в чем шутка, минутка, кстати. В чем? Короче, прикол в том, что ховеркар-то взрывается. А, точно. Блин, что, у меня, короче, какие-то проблемы начались. Да, я видел, ты тупо сделал что-то в руки, короче, врезался с этим стенку и сдох, блин. Так, вот у тебя, короче, давай попробуем. Ну, мне понравилось. Мне тоже понравилось, давай еще раз. Так, слушай, а можешь меня с бессмертием попробовать, просто, типа, тебя посносить? Так, тихо, не гони. Да нормально, я все рассчитал, надо. О, вот это, кстати, хорошо было. О, ёлки, ты еще взорвался, блин, просто хрена. Вот если бы я не взорвался, был бы... Кстати, а ну можно попробовать с бессмертием разок. Он взорвался, но... Стой, что стой, всё, угомонись. Ты что? Эй, ты что делаешь? Взял, добил меня, ты что делаешь? Это не я. Блин, это было хорошо. Чего ты сказал? Он в стенку долбится. Я вижу. Да она не даст тебе. Все, успокойся. Жесть какая. Пытается дырку найти. Сам. Так, все. Это, жалеть, знаете, пацаны, короче, когда неделю, в общем, не это, того самого. И вот, короче, такие вот, пацаны, дела бывают. Так что, надо. Давай, может, еще разок, и ты с бессмертием, Погоди. А давай, короче, заценим, блин, у тебя от автобуса вообще ничего не осталось. Это жесть, реально, просто. Ну, это еще второй раз, потому что меня добил так жестко. Так. Вот это пробитие! А у меня, короче, ничего не показалось. Мне показалось, что я тупо... Нет, ты меня вообще снес чисто вот переднюю часть. У меня такой человечек, наверное, побрился от этого. Посмотри, иди сюда. А, да, вижу. Офигеть, у тебя прям нету такого кузова. Да. Главное, что я сижу, и все хорошо. Еще раз, да. Давай еще раз, мне понравилось. Так. Я еду! Быстрее! Давай! О, ты бочком! Охренеть! Вот это хорошо было все. Смотри, у меня просто верха не осталось. Подожди, а если я... Погоди, смотри, я сейчас выйду, просто припарковал, так сказать. Блин, он не ездит больше, жалко. Ховеркар. А мне кажется, что у тебя сиденье вылетело. Погоди, я к вам. Не, смотри, я из Германии починился, видишь, я чинюсь с автобусом. Ну, видимо, двигатель вылетел где-то. А, видимо, двигатель вылетел, да. Подожди, я сейчас смотрю, где у тебя. А, да, вот он у тебя. У тебя вообще внутри, на самом деле, вот я сейчас тут вылетаю у тебя в автобусе. Вот, у тебя там на самом деле вообще... Кстати, реально, тут много чего открывается, ты можешь на эти красные кнопочки понажимать. А, во-во-во, ой-ой-ой-ой, что-то мне кажется, я зря притормозил. А, Дань, о, вот это сейчас будет! На! У меня носяра просто улетела в хлам. А у тебя? А он у тебя крепкий, я смотрю. А у меня что-то... Здравствуйте, вас все хорошо? И вообще, здравствуйте, да, все хорошо. Вы из больницы? А, фига себе! Ой! Это, понимаешь, просто вот этот, секундочка, я такой, здравствуйте, и ты такой взрываешься, просто когда достали девки тупые, подходите, здорово заставить. Блин, а почему, слышишь, вот я его сейчас пытаюсь поставить, он как-то резко вверх начинает. А он всегда такой. А как его починить-то? А ты, я же говорю, в воздухе ставь его сразу, и все. Давай, лети. Ты едешь? Да, лети, моя звезда, вниз я хочу. У меня просто быстрый этот грузовик, я вот что, боюсь. Вот, я говорю, уже бы... Ой, и поехал дальше. Да, что-то такое. Может, мне реально... Давай я сейчас бессмертие поставлю. Давай бессмертие. Сейчас я тебя просто... Потому что он вот этот низенький, получается так, что ты меня так прям по касательной. Так, ты едешь? Ну как, я лечу. Да, я лечу, я тоже. Ты едешь? Да, я еду, ты летишь. Вот эти, пожалуйста. Ой, куда это? Ой! Неожиданно. Да, давай. Все нормально? Опа! Не, ну такое, надо повыше, ну, все-таки такое, брать. Да, надо что-то повыше. Короче, давай лучше возьмем тогда другой ховеркар, и может быть что-нибудь пониже летающий попробуем найти. Смотри, что тут. О, понятно. Давай. Итак, дорогие детишки, мы начинаем наше путешествие на ховеркаре в, так сказать, мир автомобильных разрух, потому что... Ёпта, ну какой-то быстрый насос. Ты очень быстрый, на самом деле. Ой, ну, фига ты дерзкий. Ща, погоди, давай еще раз, я понял, короче. Вон, мы видим друг друга, мы дома тут убрались.
Охренеть, ты просто раздолбал его в хламину собачью. Ты посмотри на это. Вот это было красиво. Я с тобой полностью согласен. Это было охренительно. И ты тоже развалился. У тебя, короче, у тебя такая... Погоди. Вот, извините, у меня эмоции. Я военный департамент смотрю, короче говоря, сверху, и рука моя кепка на весь этот беспредел, короче. Ребят, это вообще, короче, полный трэш. Моя тачка сломалась. Турбо. Это жесть. У меня нет просто слов, потому что, ну, я пытался что-то сказать, а у меня, знаешь, рот наполнился эмоциями и такой сказал... Да. Это просто жестко. Это лучшее, по-моему, что было сегодня. Знаешь, вот это, когда ты, типа, ну, вот, что-то пытаешься кому-то доказать, у тебя слюни же прям вот это... Да-да-да, прям в лицо с оппоненту такие, фу, ой. Так, давай еще раз, мне понравилось. Мне тоже. Я хочу, чтобы детишки, чтобы вот прям... Чтобы детишки, чтобы они вот увидели это и кончили. Да, да. Ну, это вырежем. Да, я имел в виду дорогу, не переходить неправильно. Естественно. Едешь? А, я вот здесь стартанул. Все, я тоже стартанул. Капец ты громкий на самом деле. Тихо-тихо-тихо, не тереби письку. А, я понял, ты в аэропорт опаздываешь, я понял. Блин, поздно, не успею. Нет, успею. Да, успею. Прямо идеально. О-о-о, еще проехался по мне и улетел куда-то. Красиво, слушай. Так, погодите, я припарковал свой ховеркар. Так, стойте, пожалуйста. Все, спасибо. Так, сейчас я быстренько к вам тут бегу, посмотрю на ваше повреждение. Но ты все равно ехал так довольно-таки медленно. Ну, мне пришлось притормозить, потому что я видел, что ты не успеваешь. Возьми не автобус, а что-нибудь другое, там, машину какую-нибудь. Это он низко летает. А возьми ты. В рот? Да. Блин, ну у тебя вообще просто, понимаешь, как бы вся сторона левая, ее практически это, нет. Ну потому что ты так вхреначился со всей дури, еще бы оно там хорошо, было. Хорошо, я беру машину. Все, я беру ховерхер. Все, я еду. Едешь? Да. Так, ты где едешь? А, вижу. Нигде, везде. Че за девка тупая? Почему она в левую сторону кренится, блядь? Ты там наделал что-то? Тихо-тихо-тихо, притормози. О, давай. Итак, ну наконец-то! О, вот это было, кстати, неплохо. Неплохо, не, меня вообще раскрутило, да? И разломало. А у тебя лицо вот, просто отломалось. Ой, что взорвалось. Погоди, я что-то даже не вижу твою тачку. Во. Ну блин, ну да, да, у тебя вообще, смотри, вообще практически весь куб. Я не знаю, вот у меня почему-то у ховеркара какая-то херя, оно что-то летит налево, нахуй. Ты его модернизировал, потому что. Ну такое, давай. О, вот оно. Вот это идеально. Вот это было просто идеально, это было просто хорошо. Подожди, машина поехала сама. Ух ты же, она у тебя не поехала, она у тебя развалилась там. Не-не, она едет, передние колеса, смотри. Так, шлифует. Здорово! Ой, я так качусь еще, как перекати поле. Смотри, ну вообще как бы стороны нету, и ховеркар как бы в принципе цел. Давай, в общем, я теперь возьму какую-нибудь тачку, вот, а ты возьмешь этот ховеркар. Ой-ой, вот это, рыба моей мечты! О! Вот это было хорошо, ты врезался чисто в трастер, походу. Да, я что-то вроде не понял. Блин, подошел, это было круто. Я вроде как бы уже проскочил, потом вернулся обратно и сломался, короче, под тобой. Да. Блин, ну тачка минус. А ты попробуй сейчас, короче, сделать бессмертие и ушататься в эту тачку еще раз, потому что мне кажется, что должно... Давай. Молодец. А тачки... Ой, это да... Хрипнул. Я знаю. Ой, она идеально у меня сейчас едет просто. Здорово. Блин, ну ты притормозил бы чуть-чуть хотя бы. Давай. О, давай я с этой стороны поеду, почему нет? Давай. О, кстати! Я же вижу даже тебя. Серьезно? А почему такие дураки, да? Почему мы сразу таки сделали? Так. Вот это должно быть просто рыба моей! Ой, а тут ты меня сбил. Просто подвиньтесь, так сказать. Да. Я, кстати, улетел, я почувствовал мне какой-то вот удар. Здравствуйте. Так, окей. Опять? Да, я еду. Поехали. Блин, тихо. Да. Притормози. О, да, газуй. Вот это будет рыба моя. Я хотел боком так, и прикольно получилось. Кабриолет заказывали. Да, и у меня, короче, вылетело сиденье, и все, короче, жопа тачки. Ой, она еще, она едет, короче, я понял. Погоди, смотри, я сейчас вот так вот ее подвину. Вот это ты несешься. Вот это ты, да, поц. Но вот она... это хорошо. Ну блин, вот это тупо, то, что немножко показывается, то, что когда я врезаюсь, то вроде как дальше. Я, кстати, там. Не, я целый, смотри, у меня просто. Смотри, да, инвалид такой. Просто реально, да, нету стороны и нету. И капота, да. Погоди. А я тебе сейчас. А ты что такой? А, вот тут еще Волга остался. Ой. Ты шо? Я тебя в рот, серьезно. Не, ну в хорошем смысле. Че, давай последний раз скажу. Я еду, вот. еду в далекие края, со мной рядом Рунтик и жирная свинья. Свинья. Блин, ну ты ничего такой. О! Я не думал, что, блин, вот это рассчитали.
заканчиваю, охренеть. Да или нет. Ну, я вот думаю, что... Так, тихо. Охренеть. Что я делаю? Что я делаю? Ну, я понял, что на такой аварии нужно обязательно закончить. А, я понял, мне морда теперь легче весит, короче. Так, Коба. Здравствуйте. Это было красиво. Круто. Короче, да, ребят. А, я еще и на твою тачку. Да, я про это говорю. Блин, ребят, вот на такое, думаю, красивейшая авария, может закончить эту красивейшую серию, если она понравилась, обязательно ставьте лайки. Блин, ребят, это очень сложно, на самом деле, записывать, за кадровую жизнь вы не видите, вот. Поэтому подписывайтесь на наши каналчики, вот, на турбо не обязательно, вот. А вам всем удачи, всем пока-пока. Пошел в жопу, пока всем, да.